В галактике искусств новые звезды. Амалия Касымова, воспитанница эстрадного отделения школы искусств имени Розума, приняла участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Звезды галактики» впервые. Начинающая певица и композитор. На прослушивании она представила композицию в собственном приложении для фортепиано. Номер юной артистки отобрали в программу гала-концерта конкурса как один из лучших. Когда вышла на сцену, я просто села и сказала себе: «Амалия, сделай то, что ты делаешь всегда». И я села. И когда начала играть, я больше ничего не видела вокруг. Я видела только себя, рояль, и я слышала только, как я пела. Звуки пианино в моей комнате. Нет ничего роднее. Во время своего выступления Амалия и не догадывалась о результатах конкурса. Впрочем, как и остальные его участники, в этом году их более 400 маленьких и взрослых, начинающих и профессионалов своего дела. Этот фестиваль-конкурс занял достойное место в череде культурных событий нашего городского округа и, наверное, уже не только нашего округа. С замиранием сердца слушаешь и видишь детей на этой сцене. Как много талантов собрал этот фестиваль. Солисты ансамбля, вокалисты, инструменталисты из различных регионов страны. Представлено 7 возрастных категорий и 8 номинаций. Разнообразие музыкальных жанров, от народных мотивов до джазовых стандартов, от классики до рок-н-ролла. Такая программа не могла не удивить жюри фестиваля, в составе которого профессиональные музыканты, дирижеры, известные композиторы. Высота нельзя, мы идем по солнцу. Наблюдая за выступлениями артистов, понимаешь, какой сложный выбор стоял в этом году перед членами жюри. Ведь каждый из музыкантов, вокалистов по-своему уникален. «Звезды галактики» продолжают расширять горизонты творчества. Этот конкурс проходит вот уже 5-й раз, 3-й год на всероссийском уровне, неизменно при поддержке муниципальных властей и Российской академии дополнительного образования. Организаторы фестиваля Олег Павлик и Оксана Шорохова – преподаватели школы искусств имени Розума. С каждым разом стараются внести новшества в программу «Звезд галактики». Мы двигаемся вперед, мы развиваемся. В этом году, ну, начнем с того, что мы расширились. У нас стало больше номинаций. В этом году впервые прозвучали инструментальные номинации солисты. Очень много ансамблей. Если честно, мы не ожидали, что будет столько людей. В целом уровень растет конкурсантов. Очень порадовали в этом году народные инструменты. Было очень большое разнообразие от гуслей, балалаек, домры. И, конечно, самый долгожданный момент награждения участников и преподавателей в представленных номинациях и возрастных категориях были определены дипломанты и лауреаты в 3 степенях. Но самый главный приз – гран-при фестиваля конкурса и возможность записи музыкальной композиции в студии Galaxy Records. Гран-при 3-го всероссийского фестиваля конкурса «Звезды галактики» удостоена Амалия Касымова. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».